Благослови нас на сей занятие, даруй нам мудрости понять Слово Твое и быть не только слушателями, но и исполнителями Его. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Евангелие от Матфея, 17 глава, 10 стих, остановились мы на этом стихе. Первый том толкования блаженного Феофилакта, страница 128. Ну, выше шла речь о преображении Господа. 10 стих. «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Толкование. «Обольщая народ, книжники говорили, что он не Христос, потому что если бы был Христос, то Илия пришел бы прежде». Они не знали, что два пришествия Христова, из коих первого предтеча Иоанн, а второго Илия. Так объясняет это ученикам и Христос. Вопрос возникает, как же не знали, что два пришествия Христова, ведь в Писании говорится об этом. Книжники разве они не знали этого? Если договориться, то покажи, где говорится, что два пришествия. Пророков. Ну, пророков, ну каких, покажи. Ты вот прочитал, да, почему? Это православное, поэтому я за. А если это недоказуемо, твое за оказалось неверным. Ну, ну допустим, говорит, и Назареем наречется, как написано у пророков. А я за то говорю, а у каких пророков? Ни у одного нигде не написано. А с чего вы взяли? Ну, Матфей так сказал. Ну, Матфей, ты откуда взял-то? Сказал бы у пророка, еще бы можно, а то у пророков ни у одного этого нету. И ссылаются на Самсона, совершенно и к селу, не к городу. Самсон и Христос это разные личности. А почему? А вот теперь надо думать. А потому, говорит, что иудеи были крайне пренебрежительны к закону Божьему. Они легко переходили на поклонение Ваалу, Астарте. Там Нехуштану стали прославлять медного змея, которого он сделал Моисей. И Бог сказал, кто воззрит на него, вот змея укусила, его только повернули лицом на этого медного змея. И человек здоровый делался. Ну, сила, ясное дело, энергетика идет. И люди стали его звать Нехуштан. И стали поклоняться, жертву приносить. И тогда пришел добрый царь и уничтожил, стер его. То есть у православных вот та же самая история. Да? Действительно, успение Божьей Матери было. Но сейчас, сегодня, особое в одном монастыре, в Греции, все показано, я сейчас смотрел только что. Маленький монастырек в горах, в этот день пестрые ядовитые змеи заполняют весь храм и никого не кусают. На иконы Божьей Матери, везде иконы, висят змеи. Ну, примерно вот такой длины, я посмотрел. Ни одна змея никого еще не укусила. Кончается успение, расползлись змеи, нигде нету. Кто объяснит, что это такое? Причем тут змеи успения Божьей Матери? Но мы знаем, что змея, жезл, палка, Моисей бросил, Господь говорит, брось, и поползла змея. И он думал, вот это фараону покажу сегодня. Бросил, а волхвы бросили свои жезлы, и тоже поползли змеи. Но победа-то была здесь, Моисеев змей пожрал их всех. И те пошли без палочек домой. И еще нету. А он свой захват взял, опять палка стала. То есть в конечном счете победа будет на той стороне. Евреи, говорит, гнали пророков. Почему? Мы когда читаем 7 глава Деяния апостолов, вот, говорит Стефан побиваемый, кого из пророков не гнали отцы ваши? Вопрос, кого не гнали? Моисея презирали, гнали. Аарон увлекся, сделал им медного быка. Быку поклоняться стали. Дальше. Исаию перепилили пилой.
Иеремию бросили в грязь. Ни одного пророка ни от кого не гнали. А как пророка узнать? А вот гонят. Лжепророки всегда в почете. Он как, коммунистическая партия. Он там где-нибудь в миссионерском отделе сидит. Его там ждут. Он епископ, епархия. К нему кланяются, ходят власти на прием освещать офисы. А здесь не так. Одно слово, и тебя запечатали. Его уже побивают. Он говорит, ну а кого из пороков не гнали-то? Вы меня убиваете. Значит, меня за порока признали? Так гнали и пророков бывших прежде вас, Господь говорит, радуйтесь и веселитесь. Если тебя нигде не гонят, а то начинает, ну ты говорил, ты знал, какие последствия будут, а мне об этом не положено думать. Написано, иди и возвести. Будут они слушать или не будут, это не имеет никакого значения, ты будь верен. Да коня убьют. Господь говорит, не малодушествуй. Не малодушествуй, чтобы я не погубил тебя. Уже не они будут воевать, а я тебя. Пригвожу тебя к стене на весь позор, и потомки будут в презрении. Ты избранный? Да я молод. Иди, 1.8, считайте, Иеремия, Господь говорит, не малодушествуй. Я тебя избрал. И он говорит, я хотел молчать, прямо зажимался. Но внутри меня, в костях моих, как огонь разлитый был, все разрывал, и я шел и говорил. Так написано. А Амоса Бог избрал. Обыкновенный пастух. Знал, там сикоморы собирал. Иди. Да я пастух. Иди, сказал. Ну, вы знаете, одного человека посылает, Господь говорит, плыви в Ниневию. А он повернул в Фарсис. Еще не хватало. И Бог воздвиг бурю. Ты не хотел в корабле. Внутри живота будешь сидеть у кита. И тина опутала мою голову, и я воззвал, и Бог услышал меня. И кит изблевал меня на берег. А Господь говорит, как Иона был. Это не презрительный пример, а сильный. Так, сын человеческий. 3 дня будет. 3 дня это не 3 месяца. Многое передумал тот пророк. А потом его червь довел до губы. Такой обиды. Подгрыз корень у тыквы. Как он оскорбил? Оскорбил очень. Да как мне, Бог говорит, не скорбеть, 120 тысяч в Ниневе, 120 тысяч. Тогда это была столица. Они ведь лево от права не отличают. Вот смотрю сейчас документальный фильм, и царица все время, Александр идет с правой стороны от царя, он не знал, где ей место. И он на этом погорел, его стали обвинять, что он только по бабе делает. Подкаблучник царь Николай. У них вторая карта есть, она все передает немцам. И была составлена комиссия Временного правительства, в которой Александр Блок был. Выявить это дело. А если бы его твердое слово было, его никто никогда не обвинял. Почему не обвиняли в этом Ивана Грозного, Петра Первого? Да одно слово, и жены нету. На санях живем под лед. Вот на все, когда смотришь и думаешь, маленькую ступеньку не так, уступи женщине, маленько, совсем немножко. Ты дальше увидишь, что будет. Тебя уже не будет нигде. Поэтому Исидор Пелосиот говорит, чем строже ты с женой обращаешься, тем сильнее она привязана к тебе. Она знает, это защита, это железо, это скала. Исидор Пелосиот, запиши. Подумай, что Игнатий тебя научил этому. Муж глава. А жене учить не позволяет. И сколько раз его учила? Да счету нету. Учить не позволяют. Ты меня не слушай, но ты... Послышай Павла. Павел говорит, думай, Духа Святого имею. Не учить, не властвовать над мужем, но быть в подчинении, в безмолвии. Вот выполни это, ты уже святая будешь. Покажи пример. И вот здесь Иоанн Златоуст говорит, евреи убивали пророков, сжигали книги. А где известно? Иеремия, 36 глава. Иеремия написал письмо о царю Иакиму. Он Иаким-то хороший был. Но... Слушался таких советников. И он сидел и ножичком отрезал, прочитает, на коже написано-то. И в огонь бросал рядом жаровню. До конца не дослушал. Опять считает, чтец, он опять отрежет, в огонь бросит. И тут же нашелся человек, сказал, Иеремия, сожгли. Свиток-то ты писал. Ничего, Бог скажет. Бог говорит, напиши снова, да еще добавь и про это. У меня в лагере был один такой пацаненок, напал на девчонку, она говорит, пойдем к старшим, у нас жаловаться нельзя. А я тебе палкой по голове, она говорит, я еще и про это расскажу.
и про палку про эту. Ясное дело, что его учить надо было. И здесь. Какие пророки сказали, что он Назареем наречется? Матфей знал. А мы не знаем, почему эти писания евреи истребили, Иоанн Златоуст говорит. Их нету. Вот ответ где. Теперь все стало на место. И Матфей прав, и мы правы. Ты сказал, докажи. У евреев было известно о первом-втором пришествии. Покажи. И не покажешь, потому что нет этого. Они путали Илью с Иоанном. Они не могли их различить, потому что они одинаково все делали. Так же от женщины пострадали, тот от Иезавели, этот от Иродиады. Оба также по пустыне склонялись. Этому пчелы давали мед, а тому ворон приносил кусок мяса. Самое удивительное, что если бы ворон приносил сено ему или тыкву, понятно было, а то мясо. Да ему только ворону дай мясо. Он за 3-9 земель улетит не отдаст. А здесь прилетал, отдавал. Это природа нарушена была. Почему? Хозяин природы повелел. Ты вот во все это научись вникать. А вот я сделаю так, а будет так. Ты сделай, как он говорит, а как будет, тебе не дано знать. А вот сына наказывает строже, не жалей розги. Да я его накажу, а он убежит. А вот за это ты ответишь, что ты так говоришь. Ты скажи, Господи, я делаю, как ты повелел. Ответственность Бог берет на себя. Он сказал, молись ночью, а я ночью-то молюсь, а днем-то я упаду под машину. А ты не гадай. Трезво попадает под машину, а не те, кто ночью молился. А я сделаю вот так-то, будет вот так-то. Ты не знаешь, ты сделай, как положено, а о последствиях тебе не дано задумываться. Я верил мою жизнь Богу. Господи, я сделал, что дальше будет? А теперь, говорит, смотри, иди и вишь. И Бог покажу тебе, говорит, страшное и удивительное, чего ты никогда не видал. Считай дальше. С 11 по 13 стихи. Иисус сказал ему в ответ: правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел и не узнали его. А поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Значит, не знали, этого не было. Если бы в Писании было, они бы услышали все равно. Хоть что-то. Не было этого. А было так сказано, что надо было догадаться. Да ученики ни один не знали тогда. Так был он? Был. Поступили как хотели. О, так это об Иоанне Крестителе говорит. А если бы Христос не сказал, фарисеи-то все равно они учили, они говорили. Они смотрели, руки мытые, не мытые. По базару прошел, руки в кармане держал, все равно руки помой. Базар — это страшное дело. У нас одно время было 13 человек, кажется, стали торгашами. Ну, тесто сделают, сарделек накупят их, переварят и продают как пирожки. И разбогатели, то есть выжили. Все до одного пали ушли из общины. Я когда узнал, говорю, ни один не выжил. А что особенного? Феофан Затворник говорит, когда едешь по базару, только ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, скорее, ни одного слова не слушай. Почему Феофан Затворник базара боялся, а ты не боишься? Ну я же своим торгую. Своим торгую. И это можно, но очень опасно. Между куплей и торговлей вторгается грех. Как между камней вбивается в гвоздь, прямо в гвоздь. Ну из камней-то ты не вобьешь, а ты ищешь где камень-то, кирпич кончается, туда гвоздь толкаешь. Между куплей и продажей вторгается грех. И люди, которые торгуют, вот, ну, я не говорю там про молочников, у него уже своя клиентура-то. А вот где-то на базаре крещит, торгуется. У него ничего на уме нету, как прибыль. Посольство российское в Кувейте, кажется, пришла одна женщина. И говорит, меня ваши советские оскорбили. А как оскорбили? Я пришла, хотела покупать у них вот там кольцо такое-то. Но у нас положено торговаться. Он сказал, такая цена. Я говорю, это дешевле стоит-то. Он цену не сбавляет. Я деньги подаю ему. Он тогда взял, вот так, пригоршни захватил деньги и меня бросил. Забери ты все и кольцо бесплатно иди. Вы русские торговаться не умеете. Для него это жизнь торговаться.
Он означает выше ценуют и меньше между собой говорят, а почему? Да у меня ребятишек много, а я истратился на похороны родителей, он еще сбавляет тебе. То есть у них идет обмен мнениями. Это у них нормальная обстановка, это телефонов не было. А она начала настаивать на своем, и попутно шубу мне дай. Он ей кинул в лицо, собрал всю мелочь и кинул в нее. А она еще не знает. А оказалось, какого-то атташе жена, крупная шишка. Ну она по своей инстанции. Ну а те давай извиняться, у нас не торгуется, какая цена есть. Надо учиться. Там другие законы. Ты если законы не знаешь, те, сиди дома, нос не высовывай. Поехал в Египет. Корреспонденты идут. Египетский говорит. А он идет ее, там под руку идет. А вы зарегистрированы? Мы? Нет. Так, отпусти ее руку. Он полицейский стоит, он сейчас потребует документ. И если документа нету, вам обоим по 40 ударов палкой, 2 месяца будете работать, камни долбить-то, 75 тысяч долларов заплатите и выгонят отсюда, и больше никогда не приедете. Он сразу от нее, она же обожгла его. А венчание? Венчание считается. Мирские законы, печать. Это в Египте. А уж про Саудовскую Аравию говорить не надо, там тебя вообще запечатать не выйдешь. Вот так. Ты поехал в государство, узнай законы. Мы поехали, узнали. В Великобритании нельзя кормить голубей. Нельзя. Так а почему? Тебе не надо знать почему. Тебе надо знать, что не кормить нельзя. Там много есть в разных странах свои законы. Вот и все. У нас один священник ездил в Германию. Там, ну там ласка залезла. Зверек-то. И провода грызет. Он говорит, да капкан поставить, поймать. Что ты? Да это такое дело, тут узнают. Мы приехали к этой, к Наде нашей, туда. Я говорю, а усадьба какая большая? Тут какая птица прилетела, и говорят, она поселилась. Так эту землю государство отвело, чтобы птица это могла... А у людей отняли. Отняли, заплатили за землю эту птицу, что ты? Я, говорит, я ее не видела. Но какая-то особая птица, ей понравился этот участок. Прямо возле них. Там по-другому, там большие переходы делают, отдельно там для ежей, пониже, большие для оленей, а все загорожено, через дорогу оленей не бегает, как у нас. Выскочил енот, ой-ой-ой, крутанулся, 2 человека погибли за рулем. Их сбросило, ударились и все. А у них там уехали ни одного зверька, нигде нету перехода, им делать нечего больше. Люди живут по другим принципам. Вот так. У нас вот божественное, и мы в него смотрим. Вот закон, они учили его. Упоминают о первом, втором? Нету ни разу. Я почему не сказал? Так он говорит. Да говорит-то он говорит, но он не доказывает. И поэтому я не могу эти слова повторять. Может быть, в то время было у Фифилакта что-то? Бывает, пользуется преданием. А какое предание? У евреев свои предания были. Маленький Илия пророк. Еще в люльке лежал, а ангел уже пеленал его огненными пеленами и кормил из ложечки огнем. Все. Предание старцев. Ну, мы же принимаем каноны церковные. Для них это как канон. А сходится, очень сходится. Какая была у него сила, что даже Господь Бог повел его другой тропой, как раньше хотел. Я за того сказал, ты провел пророка по всей стране. Он бы мог сказать, иди в такую-то страну, он сказал, Сарепту Сидонскую, это пересечено было Израиль, чтобы увидел, лошади валяются, люди полумертвые, скитаются, чтобы он сжалился. Он говорит, не буду молиться. Бог говорит, как помолишься, дам дождь. Не буду молиться, пока все не обратятся. Год ни одного дождя. Вот тут бы мы убрали сено. А что убирать-то и нечего. Второй год ни одного дождя. Третий год ни одного. Безжалостный, жестокий человек только может вытерпеть. А на самом деле, говорит, ревностью поревновал я Господи в Иуде Саваофе. Ревностью. И тогда Бог послал его, пройди по всей стране, в Сарепту Сидонскую. Увидел, корми меня. У меня одна горсть муки. Вот сделай лепешку, первым днем меня накорми. Да любой скажет, вот это эгоист. А потом умрем. Ну умирайте, мне лепешку только сделайте. А для чего? Проверить их решил. Все это объяснено. И когда ты знаешь точное объяснение, ты не будешь судить ни Бога, ни пророков. А скажешь, Господи, дай мне хоть немножко ревности этой, чтобы я не считался вот с тем, с тем и с тем. Я знаю, что сейчас поэтому вот многие, ну и не ходи никуда.
Вот старообрядцы никогда волноваться не будут. Ни одного благовестника, ни одного за 300 лет не было. Еще они пойдут. Да пропади ты пропадом. Хоть всех арестуйте, каждому по миллиону навешайте. Другое дело, если бы нам запретили свиней держать, то мы забунтовали, захрюкали. А так нормально. Пошли дальше. Так, с 11 по 13 мы прочитали, и толкование дальше. Словами «Илия должен прийти прежде» показывает, что он еще не пришел, а придет, как предтеча второго пришествия, и возвратит к вере во Христа всех евреев, которые окажутся послушными, доставив им как бы отеческое наследие, которого они лишились. А словами «Илия уже пришел» указывает на Иоанна Предтечу. Они сделали с ним, что хотели, только убивший его, ибо позволивший Ироду убить его, тогда как могли воспрепятствовать всему, они тем сами сделались убийцами его. Все толкование. С 14 по 15 стихи. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». Толкование. Этот человек был, кажется, весьма неверующ, как видно из того, что Христос говорит ему: «О, род неверный!» И из того, что сей человек уничижает учеников. Причиной же страданий сына его была не луна, а дьявол, который, заметив полнолуние, нападал на него для того, чтобы дать людям повод хулить творение Божие, как зловредное. А ты пойми отсюда, что всякий безумный, как луна, изменяется, по слову Писания, являясь то великим в добродетелях, то малым и ничтожным. Он похож на лунатика и бросается то в огонь гнева и похоти, то в воду, в волны многих житейских попечений, в которых живет Левиафан, дьявол, царствующий над чудовищами водными. Да и не волны ли и звери лютые, непрестанные заботы богачей? Все толкование. Ну, применяйте на сегодняшний день. Смысл чтения нашего Писания для того, чтобы Слово Божие вооружило нас, чтобы на каждый шаг знали, как поступать. Это инструкция. Притом инструкция всегда показывает, вот божественное, на конечный результат исполнения и неисполнения. Впереди обязательно есть или свет жизни, или мрак смерти. Вот тогда ты выйдешь, что Слово Божие заговорило. И никогда не будешь ссылаться: «А я видел, поступают вот так». Тебе это абсолютно все равно. Одна обмерла, ее свидетельство в интернете я прочитал, а была она как артистка. Ну, одевалась, как всегда, там, без лямочек повешает здесь, только платье держится, и смущала. И когда она увидела все там, и когда Бог вернул ее к жизни, от прежней ничего не осталось. Что я делала? Там все по-другому будет, в один день, в одно мгновение. Это не нужно, это не нужно. В интернете распространяются иногда фотографии умерших монахов. И лежит монах, ну, голова только его так до сих пор, и монахиня какая-то. Что мертвые, не подумаешь, у них улыбка. У того и у другого улыбка. Лицо искажает смерть, скрючивает, стягивает. И мы не знаем, что это судороги. А это именно лежит и улыбается, тот и другой. Кто-то заснял, не побоялись. То есть разница большая. Улыбка осталась на лице. А при жизни, может, лишний раз не улыбалась. Лик смерти, печать. Как считаем мы, отцы и дети, у Тургенева. А теперь, говорит, думаю одно, как бы попорядочнее умереть.
Еще сила во мне, взял табуретку, за одну ножку поднял, вот, а врач уже заразился, порезал себя, холера неисцельная, и должен я умереть. Теперь только одно, как бы умереть-то, чтобы язык не высунуть. Только об одном думают. Так что, все впереди. 1 Петра, 4 глава, 7 стих, Петр говорит, впрочем, близок всему конец. Близок всему. И когда говорится о страшном суде, мать как бы не любила детей, не поможет никому. Ни дети родителям, ни брат брату, ни сестра сестре. Да как же он может тогда в раю быть, видя, как дети мучаются? А так, что будут те же самые чувствования, что во Христе Иисусе. Евреи уже это испытали. Сын вырос большой, работать не хочет. Пристрастился пить. Что получит, пропьет. Мот из дома тащит, наркотики. И сейчас хоть что делай, ничего не сделать. А тогда можно было, пошли к старейшинам города, пришли сын наш, мот и пьяница. Подтвердите это. Вы знаете, что если завтра мы объявим, что будет? Да, знаем. Что? Его должны убить. Вы согласны? Да. И первые, кто ударить, должны вы. Вы согласны? Нам жизни нет. Спрашиваем, согласны или нет, или уходи отсюда. Согласны. Все, завтра его арестовали. Первые камнем его ударить должны родители. А тогда остальные, все кончилось. А тут будут уроки учителя приводить учеников, вот пьяница была, тут под камнями лежит. Все. Закон какой был. Сегодня закон такой в виде у нас в стране. Вот заметь, война. Но на войну, кто бы ни был, идет. Последний сын у матери идет. А у евреев-то не так было. Женился, год не прошел. Он говорит, да я 11 месяцев живу. Так, бронь. Правильно, вот свидетельство тебе. Сиди дома, утешай жену. Но через месяц пойдешь воевать. Согласен. Дом построил, а год не жил. Я дом только построил, тут меня задерживали, не дали там то другое. Ну, начал только строить. Ну, построишь? Да, построю. Год можешь жить, потом на войну. Виноградник насадил, а винограда не ел. Дождись, когда вырастет, тогда на войну пойдешь. Вот это закон. А кто боязливый? Ты подними руку и скажи, я боязливый, иди домой. Но на доме будет написано, дом боязливого. С тебя обувь снимут и забросят, дом раздутого. На войну не ходи, а зачем ты нужен там? Кисель разводить, работай дома. А сегодня попробуй в эту войну было бы, я боязливый, к стенке. Тысячи людей расстреляли. Показывают только в первый месяц, и штрафные роты где-то 500 000 ухайдакали, своих. Цифры эти не подтвердишь, ничего, они их. Понимаете как? В войну-то многие-то домой возвращаться, дома нет. А иные отказались. Он на коляске, у него ног нету, то одна рука, то никому не нужен. И что, они везде по вокзалам просили, ходили. В Москву зайти нельзя было. 4,5 миллиона коллег было только. И вдруг в одну ночь все до новой исчезли. Так не бывает. Стали расследовать где? Все были арестованы, сейчас расстреляны, и показывают сейчас фильм поставленный. А как называется он? Ну, как-то называется. Смотреть страшно. А другие на Соловки, и там как с ними обращались. И один приехал художник, фотографировать тебе нельзя. Он все запечатлел, там ставил, кто там похоронен, как человек этот выглядел. Страна очистилась от героев. Все. Ни одного документа нету. А зачем такой документ? Указания дали тихо, мирно. Звонок. Всех заметили, где ночуют. В одну ночь собрали. Страна хорошая. Войны не было. Я царь. Я фараон. Звезда утренняя и вечерняя. Кто смотрел, принц Египта. Он говорит, я человека убил. А Рамзес говорит, я фараон. Звезда утренняя и вечерняя. Не убивал. А если кто скажет, убил, его сразу убьют. И все говорят, нет, не убивал. Сталин хороший. Подумай, 66 миллионов сожрал. Это все было уже в веках. Было. Премудрый Соломон говорит, это было уже под солнцем. Считай. С 16 по 18 стихи. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, о, род неверный и развращенный,
доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Толкование. Не столько велик грех их немощи, сколько твоего неверия. Ибо оно, будучи велико, превозмогло ограниченную силу их. Укоряя же одного, Господь обличает неверие всех предстоящих. А словами «доколе буду с вами» выражает свое сильное желание крестной смерти, желание удалиться от них. С 19 по 21 стихи. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Толкование. Апостолы убоялись, не утратили ли они дарованной им силы над демонами, и потому наедине с беспокойством так спросили Иисуса: ибо если бы вы имели теплую горячую веру, то она хотя бы была и мала, совершила бы великие дела. Впрочем, где апостолы переставляли горы? Об этом не написано. Но апостолы не говорили горам сего, потому что не требовалось его ни время, ни нужда, а потому они и не переставляли гор. А если бы сказали, то и переставили бы. Поститься же нужно тем особенно, кто одержим демонами, и тем, кто хочет от них врачевать. А молитва истинной бывает тогда, когда она чужда нетрезвенности и соединена с постом. Всякая вера есть как бы зерно горчичное. Оно почитается ничтожным по причине буйства проповеди. Но если падает на добрую землю, возрастает в древо великое, на котором гнездятся птицы небесные, то есть помыслы, стремящиеся в высоту. Посему, кто имеет теплую веру, тот может сказать горе сей: приди и придет. То есть сказать демону: изыди, и изыдет. Ибо известно, что демон исходит. Все толкование. На днях мне один написал письмо Владимир Мочалин. Я у него встречался, не знаю, ну как бы в друзьях или что. Его тронуло, что у меня все ресурсы называются «Во свете Библии». И он написал гимн «Во свете Библии». Еще весной написал гимн. А сейчас, говорит, исполнение прислал. Вот кто хочет, сейчас пойдем когда отсюда, зайдите, послушайте. Я слова его туда дам, и как... Я не могу понять только, кто поет, что, студийное исполнение, ну, крепко. Что как слово во свете Библии, все рассматривается, обличается. У нас во свете Библии канал, сайт во свете Библии. Я зарядил во свете Библии, практически нигде нет этих слов соединенных вместе. У меня 38 книг, все во свете Библии открытым оком. И он во свете Библии вот так полюбил, гимн составил, посвящается вам и вашим трудам, каналу. Вот кто хочет, зайдите, послушайте. Вы скажете, он говорит, долго я, говорит, готовил это дело, какое исполнение, колокольный звон. Ну, я не знаю, вот, мне кажется, что этот человек очень долго трудился. Так его тронуло. Вот подарок. Это еще его никто не знает. В дальнейшем будет знать. Я вот сегодня ролик составил. Меня спрашивают. Вот, митрополит Сергий обо мне отзывается. И в двух вариантах. Он один раз от вас отзывался или два раза? Ну, один раз. Но один раз русская народная линия называется такая, такой ресурс. Русская народная линия. РНР. И они сделали запрос по лагерю и обо мне.
вы скажите, как митрополит, этот Игнатий, он, его лагерь в вашем ведении находится там и все прочее там. Одни говорят, он проповедник, другие сектанты, даже еретик. Вы-то что скажете? Эти сомнения развеять как-то, вы бы помогли. И митрополит Сергий, вот, который приезжает к нам, он ответил. Ответил и дается. А внизу дается копия его письма. Тут уже никуда не денешься. Копия с его подписью на бланке епархии. Это уже абсолютно точно. Вот это точно, а который раньше там в двух местах маленько не так написано. Как. А там какая-то газета, видимо, брала уже то, что он говорил. Говорил, и поэтому некоторые слова выпустили. Ну, смысл весь тот же самый. Поэтому ничего против нет. Евангелие считаем, я говорю, в разных местах Евангелие одно так говорит, другое так. И притом иногда очень сильно разница. И это-то объяснено. Вот я нашел так. Потому что когда говорится, то человек пожилой, и в скобках, ему 77 лет, тире примечание автора. Примечание автора. То есть кто-то пишет, и слова это не Сергию принадлежат, а тому, кто поясняет, сколько мне лет. Я вам дам посчитать. Ну, я хочу немножко дополнить вот, по поводу прочитанного, что гора сей передвинет, если была бы вера с горчичное зерно. Возьми, брат. Есть фильм такой, как бы немножко юмористический такой, про одного монаха, и там другие последующие фильмы. И там одна эта женщина жила, приехала в деревню работать у себя на участке. А в ней была куча мусора, участковый уже жаловался, участковый начали, соседи жаловались, что из этой кучи там все время люди спотыкаются. И она тоже на эту кучу залезла и говорит: «Господи, верю, что ты сможешь, как согласно Евангелию, чтобы эта куча исчезла». Глаза открывают, а куча на месте. Ну, она, конечно, это, опечалилась. А тут сосед решил, и другой, которого она привезла, мужчину, работника к себе на участок. Они ночью выпивали и решили эту кучу просто убрать. И ночью все это, кучу убрали, она утром стоит, а кучи нету. То есть Господь-то исполняет не сразу, как мы хотим желание это. Это в его воле, как говорится, как он захотел, так и сделает. У меня вот тоже недавно случай был, мы на огороде работаем, еще Виталий Калиников в последние дни, Михаил вот с братом Калимаевым тоже. И полем огурцы, эти наши арбузы, а арбузы небольшие, мы их запустили, заросли травой, плюс плохо поливали, вот такие. И Виталий возмущался, да зачем это дело выдернуть, да и все, говорит, зачем их полоть-то? Вот, а прошло буквально где-то дня три, они уже вот такие стали. То есть они еще зеленые, конечно, им еще наполняться надо, но уже, я говорю, Господь-то, говорю, силен это сделать. И все. То есть по вере ваше, это будет вам. Все. Условия Виталия. Сегодня он два письма прислал в интернете. Два. Ну, на два ролика дал. Как я благодарен там и Богу, и что вот был у вас, так многому научился, и что его тут строгали, давили. Это мне все на пользу пошло. Но оба письма хорошие, то есть на тропу войны он не вышел. А когда уезжал, его кто-то, Михаил или кто, спросил, да? Да, как да. Его спросил? Я спросил, ты будешь это, уедешь... Погромче. Будешь говорить доброе или плохое о Потеряевке, об общине? Будешь хулить, как, допустим, некоторые люди, которые уезжали отсюда? Он говорит, я не буду этого делать. Ну, пока сдерживает свое слово. Ну да, уже три письма прислал, и все такие благодарствия. Я увидел, какое у вас почтение, уважение к труду. Он увидел, как мы работаем. Ну, это всем понятно. Вот вчера мы закончили уже, я не знаю, наверное, уже 10 часов вечера только. Уже пришли из церкви, и все, и дальше большую работу сделали. Перетащили все доски, отрихтовали их, пока откалибровали. И ночью уже на тележке все это возили, большие это тяжелые доски, сороковки. И уже ночью закончили, не видно где, пилили там и все, убрали. Господь благословил, значит, он не обиделся, ты говорил, никак. Ну а дальше уже нельзя было, мы уже знаем как. Мы считаем. С 24 по 27 стихи. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм. И сказали: «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом,
то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Толкование. Бог вместо первенцев еврейских благоволил освятить для себя колено Левиина. Число людей в колене Левиином простиралось до 22 тысяч, а первенцев было 22 273 человека. За первородных, которые оказались свыше числа колена Левиина, Бог и положил давать священникам дидрахму, откуда и произошел обычай всем первенцам платить дидрахму, то есть 5 сиклей, или 200 овалов. Но так как и Господь был первородным, то и Он платил дидрахму. Только, быть может, стыдясь Христа как чудотворца, они не просят у Него самого, а у Петра, или поступают так с коварной целью, то есть как бы так говоря: «Учитель ваш, как противник закона, захочет ли заплатить дидрахму?» Как Бог, он и не слыхавший, знал, о чем говорили Петру, и потому предупредил его словами: «Если цари земные не берут дани со своих детей, а с чужих, то как же Царь Небесный возьмет дидрахму с меня, своего сына? Ибо эта дань, как сказано выше, назначалась для храма и священников. Итак, если дети земных царей свободны, то есть ничего не платят, то тем более я. Дабы не считали нас презрителями, заплати дань, ибо я даю ее не потому, что должен дать, но потому, что хочу исправить их немощь. При всем поставим себе в правило не подавать повода к соблазну там, где не может быть вреда. А где есть такой вред от какого-нибудь действия, там не нужно заботиться о тех, которые неразумно соблазняются. Дабы явить себе Бога и владыку моря, Христос посылает Петра достать статир из рыбы». Все толкование. Сколько на рубли бы статир? Так, 22-23 был пропущен, да? Мы прочитаем. «Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет. И они весьма печалились». Толкование. «Часто предсказывает им о страданиях, дабы не подумали, что он неохотно страждет, и дабы приучились к этому и не смутились его страданиями, когда они настанут, как событием неожиданным. Но к прискорбной вести присовокупляет и радостную, что он воскреснет». Я заказ сделал, минутку, подай дальше. Слушай, добрый день. Вот эти, которые ты уготовил удостоверение для здесь, Потеряевских, отдельно готовить надо, или они как к одной общине относимся? Ну их же сняли. Или им теперь нужно опять регистрацию сначала пройти? Ну как конкретно? Вот они пришли за справками сегодня. Как им? Другой бланк нужен? Ну какой другой бланк? Как вся форма-то одна. Да-да, слушай, ты слышишь? Выдали все. Что, какой другой? Потерять с кем не можем выдать. Так, а дальше? Вот они, допустим, человек к нам сейчас приехал с другого города. Он здесь принимал крещение. Его там, ну, кажется, патриархия это не тешит. И он говорит: я подам заявление, чтобы быть членом вашей общины.
Ему можем выдать? И... Конечно. То есть из другого города он не может считаться жить это членом общины? Это абсолютно точно, да? Ну, нам только по закону надо. А ты знаешь, что сейчас делают они? На меня такие, говорят, идут чуть не лавиной. На дому собирались, мы еще у баптистов какого-то, ну и считали. А тут уже запрет, пришли, оштрафовали, что у него на дому занимаются. Ну, ясное дело, что он не религия, не организация. Приехал какой-то студент из Ганы, ну, он там, видимо, учится здесь, в России-то. Ну, и почему-то участвовал в крещении, там, крещение преподавал. Приехали, наручники надели, два дня у них провел, там, 50 тысяч штрафу. Ну, это вообще сурово. Студент... из Ганы, и насчет, а у него там въезд, какие-то ошибки сделаны, как бы, неправильно, всего 5 тысяч штраф. А тут был на озере, там, с ними вместе, и там, крестил или что, 50 тысяч. Так или не так еще там, что? Да, участвовал в обрядах, участвовал. Да говорят, что сейчас этот закон Яровой дополняют и дополняют непрерывно. Так они еще ограничивают деятельность, если у нас все в порядке, а я поехал сейчас, допустим, ну, в Севастополь, и что, там придраться могут с этой справкой или нет? То есть она действительно на всей территории Российской Федерации? Так, я интересуюсь батюшкой. Батюшка едет, ему нужно с собой взять, а то дорогой будет беседовать, его с поезда снимут. Ну, иди там доказывай. Так лучше выписать ему. Выпишите две. Лучше выписать. Благодарю. Ну ты подумай только, до конца ли это верно, что из другого города он не может быть членом нашей общины. Хотя он уже давно себя считает членом. Ну ладно, понятно. Ну ты маленько там поглядывай, мы иногда будем звонить, потому что мы не соображаем тут как нам, чтобы нас не сгробастали-то. Тут у батюшки на дому сейчас занятие идет. Тут не могут они нас захватить. Перестаньте, вы прямо накручиваете тоже сами дома. Ну все, спаси Христос. Накручиваю. А, слушай, а что там по уголовному делу-то у меня? Ничего нету? Что-то надо. Ну да, и она звонила, больше мне не звонит. И вторая позвонила, говорит, что они детей отнимать хотят у нас? Ну понятно, чтоб сходил. А что они теперь, дальше-то будет Роснадзор меня трепать или нет? Ну не пустили, так я через 3 дня-то запустил. Ради президента, флаг вывесили. Все, смотрели, где надо, анализы брали на кухне везде, как не пустил. -то? Не пустил, потому что по надуманной причине, по которой уже были, а по этой, которую от имени президента я пустил. Ну ладно. Ну и ты это посмотри, мы тут дома приобретаем-то, чтобы домой приглашать. Никакого лагеря больше не будет. Они нас там в доме-то не захлопают. Ну и все. Мы... Ну в лагере мы будем только утром на гимнастику, а завтракать, спать в других домах в деревне.
обдумай хорошенько-то, чтобы нас они не заграбастали. Мы Калашников дома-то, Пащенко прописан, а Павлов, Никита, они прописаны здесь, уже дома приобрели, ремонтируем. У нас работа идет тут бурно. С Богом. Севастьян. Для чего справка-то выписывается от общины? Что община за благовестника отвечает община. Все, что он где-то там накрутит что-то, то будет спрашивать с общины. Уже. Что если он будет не то говорить, то что. Ну как не нужно. То? Говорит только о Христе. Ну о Христе. А если он начнет там что прийти, спрашивать, это с общины. Он говорит против Путина, там ясно дело, да. Его знать. Вот и все. Петух не пропоет, мы от него трижды отрещемся. Да вот. Как Саша Муха ходил, ты, я говорю, хоть раз представь, что ты говоришь, где? Так ни разу не дал. Не пойдет так. Ну. Вот поэтому надо записи вести. А. Вот поэтому он где-то там он будет, там, в Владивостоке, кто он там, что он там говорит, ты знаешь или ты знать не будешь ничего. Ну кто, Михаил, допустим, я знаю, что он ничего не скажет вопреки Евангелию. Я ему доверяюсь полностью. В поморках что-нибудь скажет, поморки найдут. Да, батюшка, он сказал, лучше выписать, слышишь? А? Доказывать, понятно, говорит, понятно. Легче всего. Бумагу только показал, а так тебе надо доказывать и регистрацию, да. Там, что ты настоятель. Мне в каждый карман по бумаге можно положить. Без этой справки староста и настоятель могли бы быть, но лучше иметь. Как а мне вот говорят, говорит, не надо, говорит, батюшке давать, говорит, быстрее, говорит, домой вернется. Наш отец говорил, говорит, без паспорта там, в шее накормишь там, напаришься. Ну нет. Что, мы увидели, что Евангелие нужно знать очень хорошо. Еще 9 минут. Вопрос. Давай. А вот первородные вот эту вот дань платили один раз в жизни или каждый год первородные, кто получается, что участвует? Ну, каждый год рожается и каждый год первородные. Не-не, ну конкретно человек, то есть Христос пришел один раз заплатить за себя и все, или он каждый раз приходил, каждый раз должен был платить? Ну, каждый раз, тогда он вообще на нет и зайдет. Нет, ну, здесь идет, по-видимому, речь идет, это... Платили как тамошние, потому что с чужих, со своих не брали, с чужих, по-видимому, как это, ну, тамошняя была, наверное, поэтому платили, брали. Так, дедра. Батюшка, послушай меня, я тебе сейчас дам документ и дам образец, потому что номер один я оставил ни за кем, тебе, иди сюда. Ну, у меня есть. Ну, заполни. Как заполнять, я тебе дам. Вот в письменном виде первая заполнена была. Эдуард Викторович, паспорт серии, вот копия, на. Ну, давай. Номер тут не ставь, ты себе поставь номер один. Если испортишь, новый не получишь. Не торопись, печатай буквами. Слушай, чтобы буквы не так, одна на другую спать легли. Тихо. Ты бойся этих нынешних, как раньше боялся уполномоченного по религиозным культам. Мы как-то с батюшкой ехали в вагоне, он на второй полке лежал. Как закричит, я говорю, что увидел, что уполномоченного за ногу тащит. Вот у тебя там справка такая будет, где вот на другой стороне вот такой есть, у тебя. Есть. Слушай, глянь. Да знаю, есть у меня такая. Знай, ты отстань от меня. Первый номер ему, я думаю так, второй Эдуарду Севастьяну, он это сделал, третий мой. Четвертый у нас Савченко. Савченко, ты заполнял, нет? Нет еще. Ну и не получишь тогда ничего, если так будет. Я делать. С паспортом. На, я тебе а даю, не получится. Ты должен заполнять. Паспорт принес? Да. Ну, у меня есть такая и такая есть, и с этой есть. Да. Смотри на то и копируй, какую строчку, не ошибись. Вот смотри, как мы писали. Вот, а гляди, у меня две запасные есть. Ошибусь. Глянь, печатными буквами все пишут. Ну как-то. Колесников Никита Андреевич. И заложите, не сгибайте. Заложите в твердые корочки какие-то. А вот Никиту-то где-нибудь поймают здесь. Скажите, какой ты, украинец, с Украины приехал? И что делать? Но он прописан здесь, он гражданин наш. Ну, если ты не веришь в это, вот, посмотри, как заполнил Владимир Александрович Пащенко. Види, как красиво. Да где так красиво-то? Пащенко Владимир Александрович. Так. Надежда Васильевна получит, конечно. А ты сначала корочки покажи.
А то дальше вы завтра будете на них ставить кастрюли грязные. Надежда Васильевна, смотри, не ошибись. На, иди заполняй. Вот смотри на этот, как делает человек Пащенко, с него копию. Печатными буквами. А не так, что до конца не вошло и начинает кривить, буквы по полям побежали. Так, кто еще хотел получить? Тебе достаточно вот этой вот, на месте. Держи. Как образец, можешь взять вот это вот. Заполнять что? Так, кто еще? Так, как быть-то с вами-то? Я так толком и не понял. Чего, Оля, будешь? Да, Каин, огородный можно вот. Ну, ты положительская община. Ну, я в другом месте живу. Вот не Анила, она относится туда. В городе. В городу? Ну, так если так, а по-теряевски-то пока... Будешь ходить там благовествовать по домам? А я и так стараюсь благовествовать. Ну, вот. Она говорит, я всем проповедую. Я и дам. И ты у нас зимой там считаешься. На, передайте ей. Не переламывайте бумагу. Да, Тихонович, а как вот сестра Завьялова живет? Сказал только местные, которые живут в этой местности. Себастьян два раза повторил. Иди к местному начальнику. У них общество зарегистрировано. И ты скажи, батюшка. Что-то не так, он может отец Александр Артельевич сказать, а я и не знаю ее. Я тебе дам. И ты вот это вот заложи в документ. И вот батюшке покажи. Скажи, вот такое свидетельство, скажи, мне дайте. Я прошу. Он даст или не даст. И это не заполняй. Вернешь мне, не помни. Да они еще священники на местах, еще не знают, что такой закон вышел. Еще никто не знает. Узнают. Ну, узнают. Бабки они, вот какие, везде говорят. Бабок трясут. О, ни на кого не смотрят, закон какой пришел. Всех обобрать. Беспощадно как. Студент 50 тысяч. И ничего никого не отнял, ничего. А здесь вора поймали, отпусти. Иначе вас посадим. Вообще. На меня Роснадзор-то больше не нападает, а все еще ждем. А нет еще, видимо, больше не будут. Из-за того, что я их не пустил в тот раз. Так. Ты, Марья, к кому относишься? К деревне или к Крестовоздвиженской? Туда, наверное, в Барнауле. Знаешь, есть такой какой-то фильм. Раньше передача была. Его поймали там и душат, Шадрин фамилия его. Так ты за красных или за белых? Я и сам не знаю, за кого вчера за зеленым был. Лишь бы отпустили. Люди в окно выглядывают, какой флаг вывешивают, а красные город захватили или белые. Я и сам уже не знаю, за кого я. Так, Михаил, я тебе дам вот такую вот. Ты своим там покажи и скажи, вот это вот, скажи, сейчас мы дают такую справку, я тебе дам. Это на одной и той же стороне, скажи, печатают. Я тебе покажу сейчас. И ты покажи им, скажи, вот такую вот, вот так вот слеплю. Это ты вернешь мне. Прошу дать. Сам не заполняю, вернешь чистый бланк. А знаете еще, кому дал? Вы можете сходить к Лене Барабаш. Она вам ксерокопию сделает и все. Возить-то зачем? Ксерокопию. Для себя. А кому уже выдавать? Тут оригинал. Синяя печать, видите какая. Так. Больше никого нет? Витя, ксерокопию не сделай, больше ничего. А что ты вернули? Ксерокопию сказали. У нее сделаешь? Ну, в общем, я сказал. Пойдите к Лене, поговорите, она вам это сделает. И там приступай к начальству. Володя так. Надежда Васильевна. Паспорт серии. Отпоешь в Новосибирск, в автобусе будешь, и тебя арестуют.
хотят быть мучениками, батюшка. А вот Жарай, Надежда Васильевна, где она? Там у тебя так и написано, Жейрай, да? Железнодорожный рай. У тебя места сколько осталось, почему не написала-то? Я знал, что ты мудрить начнешь. А я всегда же пишу так, везде принимаю. Я сказал, как написано. Полностью. Переделки невозможно, ничего не получишь. Понимаешь, даже самое простенькое. Она не хотела, говорит, а вы... Да и не надо, подумай. Все. Все. Владе, Жирай. Ну, обидится же. И главное, место есть, и еще крупными буквами растянуло, чтобы не писать только. Как будто за буквы наклад какой-то будет. На, справка-то готовая, держи, отдай ей. Заложи ее, не сомни. Держи. И сколько раз повторил? Писать полностью паспортные данные. Там нету, ничего не надо. Ты к Крестовоздвиженской относишься, тебя проверят. У нас справа-то на той стороне есть это. Вот она такая, у тебя нету. Тебя проверят, через недельку выпустят. Серафима, не будешь брать? Сейчас скажи, я буду антихристу кланяться. А не антихрист еще попала, придумываешь. Смотри, батюшка, не ошибись. Какой район отдел, старайся все, чтобы вошло. Интересно, вот эти бумаги, вот я расскажу, какое чудо с ними было. Севастьян прислал с барабашами. Я пришел, взял, но они находятся, мультифор называется, ну как мешочек такой-то. Еду, никогда этого не было, где вот как дуб-то, напротив Глушковых-то. Палка, и прямо вот так вот боком. А колесо-то палку не переехало, по ней пошла скользить. И скользит, а тут яма. И я в яму. У меня из корзинки эти документы и поплыли по воде. Вот ужас-то какой-то. Я лежу, в воде лежу и гляжу на документы на свои. И главное, только один документ чуть-чуть подмог, как раз Севастьянов. Вот интересно как. Я тогда встал домой с ковида протирать. Да что же это такое? Да как это может быть? Вот маленько только кромочка осталась. Что, все или еще что-то будет? Ну что, вопросы? Ну, я про вот этот вот. Давай. Про оброк вот этот спросил за первородного. То есть за первородных, которые оказались свыше числа колена Левина. То есть те люди, которые входили в число Левина колена. Да. И потом стали первородными. Ну, то есть как бы родились свыше. Нет, выше по числу, выше 22 тысяч. Да, 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 да. Потом родились. Они должны были один раз в год приходить и платить или как? Ну, каждый год или нет, не написано. Меня это совершенно не интересует. Мне это колена уже нету, ничего нету. Зачем мне это нужно? Вот как есть, то считай, не отвечай. А скажи как, да, они сами знают про себя. Ко мне это никак не относится. Ни налог платить не надо, ничего. Я отвечу так, а оно может не так. Такие вопросы, которые Писание не отвечает, я стараюсь никогда не отвечать. Писание умолчало. Зато сберчего Библии нет, о том не рассуждаем. Все. Первородное. Один раз в году или нет. Ну. Игнат Тихонович, вот. Ну, подавай сюда ближе. В Писании два места таких, что если видел согрешающего, подойди и обличи его. Да. Есть. И еще такое место, что прежде чем вынимать там сучок из глаза брата, вы вытащите сначала бревно из своего глаза. Вот как совместить эти два? Да без бревна ходи. Очень даже просто. Очень это просто. И поэтому, если бревно есть, то рот не раскроешь. Я на машине не гоняю. Вот она вчера подошла ко мне и говорит, гонят на машине по деревне, такая пылища стоит, а надо 5 километров только, у нас устав написано. Я смело пошел вот в соседний дом и пошел говорить, почему у меня машины нет, я не гоняю.
А если была машина, я бы гонял тут на 70, я бы рта не раскрыл. Сначала камушки вытащи эти, пыль нагнал. Мне смело могу говорить, потому что я в этом не повинен. Совершенно. За рулем не сидел ни разу. Вчера вечером во время службы я находился напротив Калашникова дома. Вот смотрю, слышу, машина едет на большой скорости отсюда. Из-за дуба как бы появляется на Ниву похоже. Думаю, кто-то из наших. Потом смотрю, что Нива такая не совсем белая, не барбашинская. Несутся прям со страшной силой. Я с вилами стою, поближе к дороге подошел, говорю, в это, стойте. Несутся прям в это, ну прям сильно. Уже чуть ли не равняются, я так раз в это, ну пугануть. Они остановились, то есть тут все пыль, и дальше дернули. Ну то есть чужие люди, два человека каких-то, я даже номера не запомнил. А в номер мы записали, мы пасли корову, а они метнулись к Семаковскому, крутанулись в деревню. Нина вышла не туда, оттуда и по столбам корчено. Номер записанный. 299. Ну, у нас было такое. Два человека было. А потом вечером на втором мостике стреляют. А, слышно было выстрелы, да. Бедные лучи. Уже разрешение дали, видно. И на Семаковский, видать, они завернули пострелять. Ну, да. Ну, мы видели, я еду утром, они едут, я к ним, остановился, две машины, мужиков пять и баба с ними. Чего они хотят? Я не знаю. Бабенка выскочила за эти, за кусты там это, по своим делам. С ним стали говорить, они называют какое-то озеро, то другое, придумывать. Я говорю, таких озер никогда тут не было. А где они были? В прошлом году. Возле лагеря. Какой-то не русский среди них, помнишь, снимали? Мы их засняли, все. Они ничего не говорят. Развернулись и назад. Может, заблудились. Ну да. Гнали. Номер один у меня, да, поставили? Да, номер один. Они, наверное, на Рыжковске съездили, развернулись. Севастьянова я кому-то давал. У кого? Кому-то я давал сейчас. Так, а ты у тебя где? Куда? Ты с какой списывал-то? Ну, вчера же. Вот она, Севастьянова. Вот она у тебя и есть. Вот Севастьян, ну давай запишем. Номер два. Запиши. Номер два. Своей рукой. Так, посмотрите. Надежда Васильевна спрашивает, какой номер ей поставить. Сейчас, подожди. Так она сказала, ей не надо. Ладно, сейчас я разберусь. Так. У него будет третий, у нее 3/5. Я уже исправила там. Леша, скажи, что я исправила. Никита, Владимир, это что? Надежда, подожди. А где моя? У кого еще на руках есть? Правила. Отдавала. Подожди, вот, поставь номер 3. Своей рукой. 3. Вот он, номер 3. Так. Запомните, Володя. Вот номер 4, Володя. Номер 4. Номер 5. Колесников. Номер 6, Надежда. Скажи 6, но не 66. Никаких, все пиши. Номер 6. Да. 6? Да, номер 6. Ну, 8 будем писать. Все. Вот 6 мы выдали. А я? А? На, Надежда Васильевна, шестерку бери. Заложи себе в коробочку какой-нибудь. Не сомни. Слышишь или нет? Слышу, конечно. Ну и хорошо. Да ничего попало говорить. Ты достаточно громко говоришь. А то начнешь язык-то. До Киева и доведет как раз. Говори только о Христе. Они начнут подначивать, а как вот такое там, а то еще что-нибудь. Скажи, я проповедую Христа распятого, и все. И воскрешу. Знаете, Тихонович. Мне пусть поставит какую? Номер. Тетя Нелли номер-то поставить тоже какой-то.
Так, кому? Тетя Нелли. Номер 7. За хорошие номера в этом ГАИ. Мы уже разобрали хорошие номера. 7 номер. У меня и дом 7 потеряет. Вот 7. Дома напомните мне, когда будет. И стол где-то 77, да? Надо тетрадку завести. 7 свидетельств, да, 7 у нас останутся живые. Ты когда придешь, наполнишь, значит, 8 будет. Ну ладно, три лампочки. Дети, сколько мне электричества нас ждете? Вы три лампочки загоряете. Слышишь? Хорошо, Елена может сделать, тебе надо в сторону завести. Такой кому-то давал трение идти? На. Ну все на этом. Благодарим Бога. Достойно есть Якова истину, блажительте Богородицу, преснаблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, благодарим Тебя за тихо-мирное время, за этот воскресный день, за эту возможность вникать Слово Твое святое и вечное. Слава Тебе! Посети, Господи, нищих, сирот, вдов, одиноких, страждущих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню. И всех православных христиан посети милостью Твоей. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, а ты ведь член, так ли, ты стала здешевской общины? Нет, я этой... Так, отрав тебе давать не надо. Нет, я отобрал. Тогда ты Севастьяну созвонись, узнай как. Да как выписи, какая разница здесь, что вы? Но... Тут написано... Ну, разузнайте сначала, что? Разница, не разница. Что? Что? Севастьян говорит отдельно, что там надо. Тут надо снять, ага. Значит, там дайте копию, мы снимем.